Калин Анев Жанс, генеральный секретарь Европейского стабилизационного механизма, высказался о целесообразности внедрения технологии блокчейна в работу фонда. ЕСМ предоставляет займы государствам, включая Кипр и Грецию, в более чем 100 миллиардов евро из общего бюджета в 500 миллиардов евро. В связи с этим Жанс предложил создать платформу на базе блокчейна для предоставления займов и погашения долгов ЕСМ.